приходит, раздевает эту фуфайку свою старую, второй одевает, первый туда. Писали мы, палочка у нас была, на палочку привязывали эту перо. Чернила у нас была, топили же мы в деревне жили, топили навозом, сажу брали с трубы, разводили и писали, кто на чем, на газеты, на бумажке там. Вот, а когда лето начинается, мне было 12 лет уже, в 42-м году. Нас посылали, ну, учились у нас в 7-летнем образовании только было, до 7 лет. Посылали нас на поле работать. Этих на войну всех забрали мужчин, пожилых женщин. Это молодых женщин, остались одни пожилые. Вот они выходили в поле, тогда как, я вам скажу, снопы вязали. Они вот такие вот большие. А нас, девчонок, заставляли их таскать в кучу, чтобы... Это вот, мне было 12 лет, вот такой, как Кости. Мы этот один сноп никогда не дотаскивали. Двое-трое тащим в кучу. Вот такие были. Холодные были. Что я еще могу сказать? А вот уже победу вы встречали? Когда победа у нас кончилась, это было сильнее, когда война началась. Ехал мужчина с красным флагом и кричал: «Победа, победа, конец войны!» Столько было крику, то что многие не пришли с войны. Эти жены остались вдовы. Крик был невыносимый. Когда забирали на войну, такого крика не было, когда кончилась война. Такие дела. Потом, после войны, стали... Ну, трудно стало после войны. Жили это на, у нас только... Не все ели хлеб в 50-х годах, хорошо. Все на войну, все для фронта было, а потом для строительства. Все, что было, все отдавали для поднятия страны. В 50-м годах только мы начинали немножко жевать.